Ну что ж, сегодня у нас вышло Сумеру. Сейчас будем крутить баннеры новые. Я на самом деле хочу из баннера лишь одного персонажа. Это Диону. Вот. Ну, я буду крутить сначала вот с дедом. Но мне главное вот, чтобы Дионочку выбить. Потому что она мне бегает, она мне нравится. Вот, мне пофигу там на всякие эти самые... Правильно, неправильно. Главное, чтобы вот была маленькая эта кошечка. Итак, у меня всего сейчас один скрутчик. Можно докупить еще чуть-чуть. Сегодня утром прямо гемчиков отсыпали. Так, через 7 дней, кстати, обновится магазин Пайман. Купить. Так, у меня на данный момент накручено уже, по-моему, 73 крутки. Так что, в общем-то, у меня вот-вот должно все выпасть. Итак, ну, пожалуй, начнем. И вот сейчас смотрим, кто упадает. Цици. О, Диона. Отлично. Мой маленький щитовичок. Хильчок. Батареечка. И этот баф на вынос. Да ё-твою ж налево-то. Я уже завидую. Я хочу созвездие на Делюка. Не, ну я, конечно, не так сильно обижен, но все-таки как бы самое, да. Угу. Поздравляю, ты прошла все на все. Фишель. Это жук, а. Дед он такой, он быстро в руки не дает. Ну все, купим еще и будем выбивать Дионочку. Потому что Диону я хочу в C5 или в C6. Потому что пока что он у меня C0. Теперь уже C1. Ну, кстати, неплохой созвездие. Это этот коктейльчик, да? Авторский коктейль, да. После окончания эффекта навыка авторский коктейль восстанавливает Дионе 15 единиц энергии. Кинули и сразу чуть-чуть отрегенили. Ну, пока вот так вот. Будем копить. Как раз вышла Сумера, куча всего. Куча новых примагемов. Так что все будет. Ну вот, а дальше будем копить на Какоми и Козочку. Ох, это будет тяжело. Ну, я кручу-верчу. Да не, голды, конечно, нет. Ты шо? Ну где моя Диона? Чё-то ничего нет. Песень странника. Понятно. Ну вот и накопилось мне еще 10 круточек. Дедок что-то не захотел мне выпадать. Зараза такая. Не выпадет, буду бегать с Наэлькой. Вот, ну а сейчас, не знаю, для приличия крутану этот. Тигнари. Ну, погнали. Я все так же хочу Диону. У меня она пока по C1. Калей. Ее пока только получил по ивенту. Вот. Вчера. Так. Ну вот она стала какая-то C1, да. Ну, походу, Диона не будет. Жаль, жаль. Ну, все. Дальше копить. Это я сейчас вот прошел эту бездну еще. С нее собрал все примагемчики. Тяжко.
Заявись. Я намонтирую. Для себя. Зачем? Ну, это что-то там уж с ней зачет. Спинку греет. Итак, сейчас будем крутить баннеры. Накопилось вот еще 57 круточек. У меня уже откручено, по-моему, должно быть 30. В общем-то, у меня не обновлены сведения. Или обновлены, или все-таки 20 сделал, потому что. Вот. Мне не хватает дегаранта. И я вот не знаю даже, кого крутить. Мы сейчас находимся вообще в лесу. Надо тигнарик крутить. Но я думал, крутить как, знаешь, это вот деда, тигнари. Не, ну пробуй как лучше, не знаю, потом тебе выпадет что-то то, что ты не хочешь. Но на самом деле я хочу только Диону. На всех остальных мне пофиг. Если мне выпадет нормально, то нормально. Оставим на девочек, да. Она у тебя сейчас C1 Диона? Да, C1. Так, ну что, давай начнем с зелененького. Так, запись идет. Лук. Еще один лук. Ну правильно, тут три в баннере 4 лучника и дед затесался. Дело. C2 есть. Дождерез даже. Этот хлеборезка. Так. Так, ну что, теперь деда крутим. Давай. Ты решил устроить соревнование, да. Типа кто победит? Да. Диона. Диона третья сегодня. Ой, такой запах прям влажненький. Ну, вечер. Так. Давай. Прикольно. Ну давай, на лесной запах. Ну, походу, у тебя тигнарик, потому что у тебя стопроцентный вообще-то этот самый. Да. Потому что на лесной запах. Ты вывел. Ну понятно. Дозорными запахами. Ну, все, что, брат. Подожди, сейчас. Сейчас все будет. Че? Фаун. А, и колеи даже. Да. Чувствуешь, камнями и котлеткой пахнет. Угу, где-то конечно, шашлычок, да. Кто-то делает. Да, да. Надо, не, ну только морой. Там без шансов вообще. Морой сейчас. Какими камнями? Кого на сам бог камни? Котлетки какие-то, да. Сейчас, подожди. Тут мора есть. Ты в прошлый раз деда не впечатлил. Ну я не вижу, что ты жмёшь. Да я еще ничего не жму. Ничего. Всё, давай. Ой, карман зацепился. Дио. Четвёртый. Ну, докручивай уже сюда. Я деньгами его осыпаю, морой. Да морой. Он привык к этой, наверное, который... Мешочка. У меня нету мелочи, нету. У меня есть. Давай, мора. Ну давай. Нет, это зараза, а? Такое бывает только почему-то на стримах. Да. У других стримеров. Там чувак за 210 круток выбил тигнарис. У меня 200 рублей. Тигнари. Джин, о, Сянка, ничего себе, неожиданно. Сигна на тигнаре и деда за 210 круток. Я за 110 получила моно. Ну, то есть, как бы, без комментариев. Ну и все, не получит и 200 рублей. Он, ему бы 200 миллионов, я думаю, его бы... 200 миллионов, у него вообще денег нет, он себе забыл. Ты будешь по одной докрутить? Ну, давай по одной накрутим. Я так и знал, что он в лесу выпадет. На крестик нужно нажимать.
Давай устроим стресс-тест. На тебя. Мне совершенно как-то ровно. У тебя диван 54, в принципе, уже неплохо. Еще одна колея, кстати. Прикинь, еще кто-нибудь выпадет. У нас так не бывает, поэтому да. Как бы я в этом месте ни на что не рассчитывала. Ну, сухая математика, но, кстати, тебе ранее пришло. Да, да. Тебе повезло, потому что меня все это время тянет просто до хрен пойми 77-х, 8-х и за 80. У меня казах выпал 80-х. Нет. Последнее? Все. Ну, град Стигнари, что? По крайней мере, в этих самых, как называется. Ну, я понимаю, что там персонаж хорошо одет, там где много чего очень подкручено, там X2 восстанова. Он очень классный. Ну, град C4 Диона, да? Да, ну я хотел хотя бы C5, правда. Ну, так еще чуть-чуть. Сумеру пособираешь что-то, получишь что-то, ну, за ивент, сейчас еще ивент будет очень так долго. Так тоже, идти. Конечно, неплохо. Не, все, тебе докрутить-то ее пропаляем, поэтому грац. Коктейль — это хилка, правильно? Да. Нахождение в области наука. А в целом часть если... зарядки выстрела Диона на 60%. Какого выстрела? Халда, я так понимаю. А, да, халды. Наверное. Ну, это бесполезно. Ну, ты просто отсчитай, да, на у тебя щиты, щиты хил. Сенк. Санк 5, ух ты. Губа зол. Губа плюс 3, это ешка. Классно. А кто еще? Калей. Калей, да. Да, причем парочка еще. Первая-то у меня тоже есть. Угу. Ну и вот. Ушастый кимон. Градский. Опа. Он тут, знаешь, делает грибочек. Да они там все не уходят. Видишь, а там грибочек. Я когда увидела эту анимацию, я сторожала, как не знаю что. Ты уши видела? Да, они очень реагировали. Да. Ну все. Ну все, да. Играть? Что-то да, у вас улыбало. Ну, так вот. Ну, вот все. Ну, Диона. Сейчас подкрабим, сумерим. Еще, да, мы сделаем пятую, а в идеале шестую. Ну, ивент еще идет, там да. Достаточно много прямо делают. Поэтому... Ну, и уже будем, да, следующих девочек. Потом я еще буду деда крутить, у меня только 23 крутки на кухне. Тоже в лес пойдешь? Не, деда на эту деда на стройку. Надо, деда надо в ресторане. На стройку. Там, чайный дом, в тануху. А, на стройку, где да, эти котлетки жарят. Ну фу, что ты его будет? Это не его уровень. Осталась одна минута. Я только что убил Сяо. И Маня на меня злится. Я устроил апокалипсис, там все горело, все полыхало, и я. Она сгорела, и она на меня ругается. Ну что ты уебал?